Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховщики составили перечень легковых автомобилей, которые в уходящем году чаще всего попадали в ДТП. В топ-5 вошли «Лада Гранта», «Хёнде Солярис», «Лада Приора», «Лада Калина» и «Тойота Королла». В премиальном сегменте речь идет главным образом о моделях «Мерседес-Бенц». Регионами-лидерами по числу автомобильных аварий оказались Москва, Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области, а также Башкортостан. Основные участники дорожно-транспортных происшествий – это граждане в возрасте от 35 до 40 лет. Трасса 101. С Нового года в России увеличится стоимость техосмотра. Это предусмотрено планом, утвержденным ранее Федеральной антимонопольной службой. Уровень повышения будет в каждом регионе свой. Где-то плюс несколько десятков рублей, а где-то плюс несколько сотен. Средний рост не должен превысить 12%. Напомню, по действующим правилам, на легковом автомобиле, принадлежащем одному и тому же частному лицу, ТО можно не проходить. Процедура обязательна только при смене собственника, при условии, что авто старше 4 лет. Трасса 101. Депутатам всех уровней в нашей стране порекомендовали использовать в служебных целях только отечественные автомобили уже с 1 января 2024 года. По данным ведомостей, такое поручение поступило от спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Минпромторг, кстати, уже подготовил список авто, из которого чиновники и парламентарии могут выбрать машину по душе. В него вошли модели «Лада», «УАЗ», «Москвич», «Эволут», «Хавейл» и «Аурус». В последнем случае, правда, начальный ценник авто приближается к 40 миллионам рублей. Речь идет о седане «Сенат». Трасса 101. В России возобновилась продажа нового Kia Soul. Кроссоверы приводятся по схеме параллельного импорта. Цены на авто начинаются от 2,5 миллионов рублей. В базовой комплектации присутствуют, например, тканевый салон, цифровая приборная панель, большой дисплей медиа-системы, подогрев сидений и руля. Мотор бензиновый 123-сильный, который работает в связке с автоматической коробкой. Также можно выбрать двухлитровый агрегат с отдачей 150 лошадей. В этом случае трансмиссия, автомат или вариатор. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».